29 декабря 2019 года. Расположение войсковой части 75244. Замечательная солнечная погода. Мороженое не скажу, поскольку 1 градус был, сейчас, наверное, 0 градусов. 1 градус мороза был. Времени сейчас начало 12-го. Мы пройдем, посмотрим досы. Вскользь посмотрим. Это снежный кустарник, снежные ягоды, как называемые. Это один из досов двухэтажный. Даже проживали здесь семьи офицеров. Вот это общежитие. Далее стоит еще здание, жилой дом красного кирпича. Мы туда не можем сейчас пройти. Быть может, в следующий раз. Но у нас стоит это здание. Здесь находится охрана на территории на постоянной основе. Вот уже, наверное, с полгода, поскольку здесь устанавливаются ветроэлектрогенераторы, здесь и поблизости, не здесь, строители эти въезжают, заезжают, складируют свои железяки, охраны. Это мы с опаской здесь. Вот, посмотрели на этот дом, это здание. У нас ранее в ранее созданных альбомах есть фото всех помещений этих зданий. Всех досов. Вот это все ископано. Видно, что тут исковырено. Все это свиньи. И питаться им надо же как-то. Вот они тут и питаются. Дорожки здесь не заросли. Вот мы сейчас выйдем на дорожку. Ладно, вот она, дорожка. К досам. Вот так, еще дорожка одна. Мы за спиной вот посмотрим. Это тогда можно выйти к казарме, к спортзалу. С левой стороны проходила ЖД линия, сняты рельсы. И там забор. Вот дорожка, что я упоминал. Деревья портятся, засыхают. Это мы посмотрели. И пойдем дальше. Это тыльная сторона двухэтажного доса. Он один здесь. Дальше там уже будет здание казармы начинаться. И вот тут два доса рядом. Там КПП уже между ними. Там просматриваются кладовки или чуланы. Как здесь пройти? Да, вот так мы и сделаем. Дерево упало, берега, вот загородило нам дорогу. Но это нам не проблема. Тыльная сторона этого командирского доса. Это вот мы тыльную сторону видели. Вначале я говорил. Это вот дерево упало. Вовнутрь мы не будем заходить, нет. Ни в один дос мы не пойдем сегодня. В этом нет необходимости, поскольку уже мы там бывали.
Но бывали мы в летний период, мало было что видно снаружи. Вот мы сейчас видим. Многие участники группы здесь... Нет, многие нет. Некоторые участники группы проживали в этих домах. В квартирах этих домов. Но отзывы только положительные. Не только, что в домах вроде хорошо было, но в целом. В целом прохождение службы, об учебе здесь, в школах. Это один здесь, этот ДОС. Дальше здание казармы, как я уже упоминал. Вот она, казарма. Казарма в правую сторону столовой офицерского состава. За спиной этот ДОС. Мы здесь не так давно были. Ну, пасмурная погода. Плохо, что видно. Вот между этими домами чуть дальше КПП, ведущий к отделам хранения. Вон там проглядывается кран. Трелокран. Там ремонтируется или делаются работы профилактические или регламентные от этого ветроэлектрогенератора. Подойдем к этому ДОСу поближе и аккуратно посмотрим, может быть, на этот кран, который там стоит. Мы оттуда идем. Там же где-то велосипед оставленный. Вот здание казармы. Что уж тут было? Тут, наверное, было место отдыха. Тут яма, я уж не знаю, это отопление, может быть, проходило. ДОС. Вон там уже видно, что стоят какое-то оборудование, объекты. Это офицерская столовая. Не будем мы далеко идти. Мы посмотрим с этой стороны. Тут люди работают. Сегодня, конечно, выходной. Мы внимания не привлекаем. Тут где-то охрана есть, о которой я говорил ранее. Ничего плохого мы не делаем. Не делаем, но объясняться сложно. Чего, почему? Зачем? Ну вот и посмотрели мы все с вами. Всем всего доброго, до свидания. До новых встреч. 29 декабря 2019 года. Расположение войсковой части 75-244, Алтослагер. До свидания. А пользуясь случаем, поздравляю участников групп, с кем мы работаем.
уже лет, больше 10 лет, моих подписчиков на Ютубе. С наступающим Новым годом. Всем всего доброго, до свидания.